Здравствуйте! В сегодняшнем видео у нас будет распаковка долгожданной для меня посылки. Как только получил ее от курьера, сразу же на студию и снимать для вас видео. Итак, поехали! А вот и посылка. Приехала она к нам от компании BDR Thermia. Сейчас мы распакуем, посмотрим, что внутри. Так. Ну, я, конечно, догадываюсь, что в ней. Все-таки ждал. Так. Ага. Так, а это у нас комплект спецодежды от компании Baxi. Так, пока его отложим в сторонку. Вот здесь вот положим. Еще что у нас здесь? А вот то самое, что я и ждал. Это GSM термостат Zond H1B. Так, больше у нас здесь ничего нет. Это нам не нужно. Так, давайте откроем термостат. Так-с. Посмотрим, что у нас в нем. Так, здесь инструкция. GSM термостат для отопительного оборудования. Зонд H1B. Так. Опа. Сам термостат. Устанавливается, как видите, и на динарейку, и можно просто, скажем так, к стене прикрутить. О! Сим-карта Билайн в комплекте. Блок питания. Так, это комнатный датчик температуры, проводной. GSM антенна и разъем для подключения к шине OpenTherm. Так, ну коробочка нам пока не нужна. В принципе, мы посмотрели, что у нас лежит в этой коробке. Что мы хотим сделать дальше? Мы хотим смонтировать его, посмотреть, как же осуществляется управление при помощи GSM-модуля. А управление осуществляется здесь и с десктопных компьютеров, и с приложений в iOS и Android. Попробуем и то, и другое, и третье. Мы уже определились с объектом, на котором это все смонтируем. Проведем испытания, все вам покажем, все это будем записывать, выкладывать. Так, ну и комплект спецодежды компании Baxi. Давайте его хоть посмотрим. Ничего себе, серьезный комплектик. Так, у нас курточка такая вот. И комбинезон. И его мы разыграем также в одном из следующих видео. А разыгрывать мы будем при условии, если на нашем канале будет 1000 подписчиков. Ждем 1000, разыгрываем костюм. Ну и в принципе все на этом. Всем спасибо, до свидания. Ждите видео о Zond H1B именно с объекта. Счастливо!